является выдающимся композитором. Произведение, которое я буду играть, я его частенько исполнял, но, по-моему, сейчас, наверное, начинаю немного понимать его изнутри, что он действительно себе представляет. Называется «Фантазия на тему Яна Френкеля, Калина Красная». После того, как мне стало Шукшина, это как-то сильно впечатлило, и как раз это вылилось в один из выдающихся шедевров по явной литературе. Впечатлило его или... Его. Всех впечатлило.